Снова здравствуйте. Сегодня хочу вам рассказать о еще одной экскурсии в Дельту Меконга из Хошимина. Она стоит всего-навсего $10 США. Вас забирают из отеля или вы сами приходите в офис, кстати, Untravel, та же команда, и вас везут. Первая остановка — это Меконг Рест. Такой себе туристический оазис, довольно красивый. Здесь вы можете покушать, купить сувениры. Цены все, естественно, не азиатские, а европейские. Очень красивая территория в округе. Если не хотите делать покупки, можете просто прогуляться. Остановка длится около 15-20 минут, так что времени у вас будет предостаточно насладиться красотой этого оазиса. Несмотря на то, что он находится непосредственно возле трассы, здесь очень много туристов, здесь очень много зелени, красиво, чисто. Вам очень понравится, это 100%. Как видите, здесь есть искусственные пруды, искусственные реки, мосты, огромнейший фудкорт, на котором вы можете попробовать блюда Меконга. Очень красивые лилии. Такие лилии по Вьетнаму встречаются везде. Правда, я попал в момент, когда они уже отцвели. И очень красивые вот эти деревья. Они здесь повсеместно. Не знаю, как оно называется, но это псевдолистья. Здесь, кстати, есть и отель. Если вам понравится, вы можете здесь остановиться на денек-другой и релакснуть. Несколько территорий представлены разным культурам. Это Китай. А рядом вот такая вилла. Здесь, наверное, живет сам президент Вьетнама. Шучу. Ну, это снова наш автобус Untravel. И посмотрите, какие здесь кабаны отдыхали. Все как у нас. Страна бедная, но кабаны есть. А сейчас мы направляемся еще к одной очень интересной достопримечательности. И, кстати, обратите внимание на дороги. Хотя вроде бы Вьетнам, третья страна, а дороги здесь очень и очень классные. И небольшие городки, смотрите, они чистенькие, ухоженные. Мусор встречается только на проселочных дорогах и в таких захудалых селах. Вот, например, как здесь. Но даже здесь дорога лучше, нежели у нас в некоторых селах. Вот я вам говорил о мусоре. Здесь он присутствует. Здесь вообще промзона и стройки, поэтому, наверное, и мусор. Вот мы приехали к храму Ван Пхонг Чуа Винг Транг. Это относительно новый храм. Он еще строится. И здесь офигенно красиво. Они умудрились здесь совместить три культуры. Китайскую, азиатскую и индийскую. Посмотрите, как все красиво сделано. Это храм внутри буддийский. Вначале я не знал, думал, что это какой-то дворец. Понял только потом, когда немножко прогулялся. Кстати, на остановку здесь отведено было тоже где-то минут 15-20. Так что вы думаете, что все успеете? А нет, все красиво. Везде хочется остановиться и отфотографироваться. Так что 15-20 минут очень и очень мало. Я бы здесь провел и целый час.
Видите, какие здесь пагоды, есть Будда лежащий. То есть совместимы три культуры и все в этом очень красивом ландшафтном дизайне. Очень классно. Очень, очень и очень. Это внутренний двор этого как бы дворца. Но на самом деле, как я уже говорил, это буддийский храм. И с элементами китайцев. Здесь как бы совместимость китайской культуры и буддийской. Сейчас я нахожусь в главном зале, и здесь такие классные благовония. Ну, естественно, я не передам, но очень приятные. Это главный по-нашему иконостас, по-ихнему я не знаю, как называется. Все резьблено из дерева. Китайские иероглифы в таком классном стиле сделано. Кстати, вот монахи садятся обедать. Территория, ну, не очень большая, и перед этой территорией есть такая здоровенная статуя. Ну, а после этой остановки вы уже направляетесь непосредственно на реку Меконг, вернее, ее дельту. Этот город непосредственно находится в дельте Меконга. И сейчас мы подъехали к самой дельте. Отсюда у нас начинается трип. Не путать с болезнью. Это просто на английском так звучит экскурсия. И вот мы приехали на пристань. Естественно, проводят через рынок. Как же без него? У туристов нужно же выманить денежек. Но из нашей группы почему-то никто не купился. И вот непосредственно этот пирс. В зависимости от группы туристов, сюда подплывают или маленькие, или большие лодочки. У нас группа была где-то человек 15-20, поэтому эта конкретно лодка нам не подошла. Goodbye. Здесь же находятся и продавцы, которые плавают по реке Меконг. Они продают прямо со своих лодок. Ну а это наш аппарат. Он огромен, правда, очень старый, дряхлый, но спасательных жилетов на нем нет. То есть капитан на 100, на 200, на 1000% уверен, что эта лодка не потонет. Ее номер 79, запомните, ребята. Итак, подано. Загружаемся всей нашей командой. Видите, какая она разношерстная. Здесь есть и европейцы, и азиаты, и ближневосточные парни. Всех понемножку. Ну а в желтеньком это наш гид. Экскурсия, кстати, англоговорящая. Русскоговорящие очень и очень дорогие. Это наш капитан. Видите, какой он мужик. Уверен в себе и в своей лодке. Но это его почетное место у штурвала. Ну а вот вы, дельта Меконга. Река серенькая, невзрачная. Здесь есть несколько островов, на которые нас и возили. Плавают огромные баржи, сухогрузы. Это же все-таки Меконг. Где-то около минут 15-20 мы плыли и наконец подплыли к первому нашему острову и первой нашей остановке. Вот сейчас эта лодка уйдет во свояси, и мы подплывем к нашему трапу. Как видите, все лодки такие дряхлые. То есть все само собой нормально. Доски в сарае, наверное, у некоторых людей намного лучше. Кстати, здесь на лодке есть места, где нога просто провалится. И она не огорожена, а просто сверху брошена другая доска. Обходите, типа.
Ну, это все ладно, все прошло благополучно. А сейчас мы подходим к первой нашей остановке. И что же это за остров, вы такой думаете? Я тоже думал, какой-то Баунти. А нет, не Баунти. Это остров, разводилка для туристов, для тех, кто никогда не видел пчел. Сперва демонстрируют соты с пчелами, а потом усаживают за столики и пытаются впихнуть мед и какие-то настойки. Вот и все. Вот такая вот здесь экскурсия. Что почем я не знаю, не вникал. Кто не видел пчел, вот они. Вместе с сотами. Ну, это уже вермишель на уши для туристов. И сейчас начнется жара. Как бы выманить денежки у туристов? Звучат сладкие речи, конкретные инструкции, помогает от всего на свете. Ну, короче, корейцы, которые были в нашей команде, купились. Это вся, скажем так, экскурсия длится, ну, где-то тоже минут 20. Одни уходят туристы, других приводят. Ну, такая у них жизнь. Так они здесь зарабатывают деньги, что поделаешь. Но есть здесь еще один очень классный аттракцион. Он бесплатен, кстати. Вы можете подержать удава на своей мускулатуре, на своих могучих плечах, так сказать. И если не боитесь, пожалуйста. Он не слишком большой, но тяжелый. А вот здесь плавают представители реки Меконг. Как они называются, я не знаю, но здесь было два вида рыб. После этого экскурсиона нас снова через ряды продавцов, а вдруг кто-то где-то остановится, что-то купит, повели к другой достопримечательности этого острова. Это фруктовый остров, так сказать, и здесь нас угостили несколькими видами фруктов. И самое главное, здесь у нас был концерт. Правда, в конце за этот концерт бросьте кто сколько может. Тоже люди так зарабатывают себе на жизнь. Но это аккомпаниаторы этой крутой группы. Посмотрите, как искусно они играют на своих инструментах. Особенно мне понравился инструмент девушки. Ну и сама девушка, естественно, тоже. Ну а после этого представления вас ждет основной аттракцион. Это сплав
Да, не побоюсь этого слова. Это крутой сплав по мангровым зарослям реки Меконг, одной из ее рукавов. Вот, лодок здесь очень и очень много, потому что туристы здесь поставлены на конвейер. Если думали, что вас здесь ожидает что-то грандиозное, ничего подобного. Вас провезут по зарослям мангровым где-то минут 15-20. Вы увидите лодочки, которые мчатся навстречу, посмотрите на эти мангры, нигде не остановитесь, ничего такого. Такова здесь жизнь, так зарабатывают деньги. А, и кстати, когда вас подвезут уже непосредственно к вашему плавсредству основному, еще и потребуют за это money, так сказать, за услуги. Если захотите, дадите, не захотите, просто уйдете. Это, кстати, моя команда пиратов. Они все трое, и все трое немцы. Как видите, немножко поиздевался с камерой, поснимал с разных ракурсов. Ну, скучновато, но все равно довольно прикольно. Если сидеть в Хошимине, то эта экскурсия очень и очень помогает расслабиться. Болотная река, канальчик, вот уже навстречу мчатся лодки в поисках других туристов. Везде болото, грязь, да, есть такое. Но все равно это аттракцион. И если вы еще абсолютно нигде не были, то для вас это будет очень и очень интересно. Это точно. Просто я уже настолько много всего видел, что, ну, просто прокатился. Вот, кстати, мы выплываем из этого канала, и нас сейчас подвезут к нашему основному плавсредству. И с этого основного плавсредства мы дальше двинемся в путь на следующий остров. Так, подвозят поочередно. Вы выскакиваете. Смотрите аккуратно, скользко, чтобы не упали в реку. Будет очень смешно. Происходит выгрузка нашей команды пиратов. Вот. И лодка убирается восвояси за другой командой. Подплывает следующая. Как я говорил, конвейерный путь. А сейчас покажу вам наш пиратский корабль. Видите, какой он? Ну ничего. Проплыли, не утонули, и на этом спасибо. Здесь моторный отсек. А вот, кстати, везут нашего барина, главного гида. Одиночка на лодке. Ну что ж, его привезли, и мы двинулись дальше вперед. Эти колеса для того, чтобы корабль не нанес себе повреждения, когда будет парковаться у очередного причала. Не прошло и полгода, а вернее где-то, ну, минут снова 20-30, и мы у нового причала. А здесь нас ждал так называемый кокосовый остров. Звучит красиво, правда? Кокосовый остров. Но сейчас вам покажу, что же он собой представляет. Не расслабляйтесь, это очередная разводилка для туристов. Но все равно интересно. Здесь делают кокосовые конфеты. Как их делают? Сейчас все увидите. Вот это основной зал. И здесь весь процесс, как делают из кокоса конфетки. Это кокос, его раскалывают, перемалывают,
протирают, выжимают, дальше забрасывают этот сок в такие чаны и варят, варят, варят с сахаром. Очень-очень-очень долго. До карамелизации. Получается вот такой вот блин. Он немного остыл, и тогда его можно нарезать. Главное, чтобы он не был жидкий, пока мягенький. Его нарезают на такие вот колбаски. Потом всю эту сладкую колбасню, видите, еще раз через вентилятор подсушивают. И далее уже, когда подсохло и можно более-менее работать, нарезают на маленькие кусочки. А эти маленькие кусочки сидят люди и пакуют в бумажки. А потом эти маленькие квадратики укладывают в специальные коробочки. Процесс ручной работы, так сказать. А вот готовая продукция выглядит так. Здесь эти кокосовые конфеты с разными ароматами и с разными вкусами. Вот, пожалуйста, станок. Как делают упаковку. Так вот выглядит готовый продукт. Цена одного этого продукта 20 тысяч донгов. А здесь вы можете попробовать настойки на скорпионе, на змее, еще на всякой гадости. Если, конечно, не боитесь и позволяет здоровье. Ну, здесь мы были тоже где-то около получаса. И когда все насладились процессом, как делают конфеты, купили эти конфеты, кстати, конфет уже покупали многие, мы подплыли еще к одному острову. Этот остров представляет собой аттракцион. Правда, аттракцион во вьетнамском стиле. Здесь можно брать всю семью и ехать сюда отдыхать. Кстати, посмотрите, какая прикольная лодка. Это как пираты Карибского моря. Сундук мертвеца где-то там внутри, кстати. Видите, какая прикольная лодка. Здесь и живут, и работают, и, ну, короче, все делают. А мы между тем идем на наш последний остров аттракционов. Здесь все также поставлено классно, на туристический поток, но здесь также отдыхают и местные. Здесь они могут поспать, релакснуть, так сказать, есть массажные кресла, огромный бассейн. Ну, благо река Меконг рядышком, так что просто прорыли каналчики. И развлекухи разные для детей. То есть сделаны аттракционы, качельки, качалки. И есть даже аниматоры, которые занимаются детьми. Ну, все, конечно, такое примитивное. У нас такое было в СССР. Ну и у них, кстати, сейчас СССР, они же коммунистическая страна. Очень многие, кстати, вещи из СССР я здесь увидел. Ну а здесь аттракцион крокодилов и аллигаторов. Здесь вы можете их покормить. Вам цепляют кусок мяса, и вы тычете им в крокодила. Как видите, крокодилы не голодные, потому не бросаются. Или можете покормить рыбок. Это намного интереснее. Дают вам бутылочку с какой-то смесью, вы ее пихаете в воду, и рыбы прямо торчат. Это типа какой-то, как валерьянка для котов, наверное, что-то такое. Потому что рыбы, ну, прямо хотят выброситься из воды, когда видят эти прикормки. И хорошая новость. В цену билета включен обед. Я сейчас вам покажу, что почем на местной кухне.
Это те блюда, которые не включены в обед. А потом покажу, что же нам подали на обед. Моя команда из трех немцев и двух китаянок, а вот это нам подали супчик с морковкой, бамбуком, потом рис, какие-то два налистника непонятно с чем и кусочек свинины. А вот так вы можете отдыхать здесь, можете поваляться в сетке, можете в шариках, а вот этих гадов вы можете заказать и вам их приготовят. Это тоже можете заказать, вам приготовят. Это самы, точно знаю. Эту рыбу ни с чем не перепутать. Также есть здесь такие ракообразные, не знаю, как они правильно называются. Ну и вот такая рыба. Что почем, я вам показывал ранее. И сейчас я подошел к небольшой территории, оазиса, так сказать, ландшафтного, где вы можете после вкусного обеда по закону Архимеда, ну, короче, отдохнуть. Кстати, это очень классная идея. А вот если вы не видели, как чистят дно лодки, милости прошу, удалось заснять. Здесь была самая долгая остановка, где-то минут 40, наверное. И после нас уже повезли на континент. То есть, откуда начинался наш трип, туда назад нас и вернули. Плыли мы где-то полчаса, не спеша, медленно разглядывая лодки, которые плыли возле нас. Удивлялись, как ловко маневрирует между ними наш капитан. И вот, наконец, наш пирс. Финишная черта нашего маршрута. Мы приплыли часа два. То есть я думал, что часа 3-4 мы уже будем в Хошимине. А ничего подобного. По дороге нас завезли еще в одно место. И это место, где пытаются продать вещи из бамбука. Да, вы не ослышались. Из бамбука делают нитки, а потом разные вещи. Вот сейчас нас в демонстрационную комнату посадят и покажут, что почем и как. Довольно вещи классные, но цены, увы, почему они заламывают так цены, непонятно. А после демонстрации нас в зал пригласили, но напротив есть еще одна небольшая мастерская по производству ихних шапочек. Интересно. Ну а после этого всего мы направились в Хошимин. Кстати, посмотрите, как здесь ставят арки. Очень классно. Не останавливая движение. И в Хошимине мы были на этот раз где-то в полпятого.